Ну что, выплыли на рыбалку. Лодочка такая прикольная. Речечка-речушечка. А нам надо спасти пленных. Так, мы тихо подкрадемся. Спокойно, тихо, без шума, без пыли. И уберем всех. Главное не наследить. Попробуем убить их всех с ножа. Ну и вообще я стелс люблю. Нож, лук, все дела, осторожность. Спасите заложников, минимум двоих. Нет, мы спасем всех. Так, поплыли. Хоп. Так, быстренько, быстренько, чигирями пробираемся. На заданную местность. Так, что у нас тут из оружия? Нам нужен лук. Люк. Так, 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 так. Главное не засветиться. Главное все делать осторожно, аккуратно и тихо. Ходить на цыпочках. Так, 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 подкрадываемся. Кто у нас? Оп, один есть. Второй на берегу. Отлично, он зашел в дом. Нам самое главное прозондировать. Где тут что? Так, вот третий уже стоит. Так, тот пошел обходить дом вокруг. У них у всех заданы свои. А, так, он что-то базарит. Он, главное, меня не заметил, это уже радует. У них всех задан какой-то свой путь, и они ходят по одному и тому же месту. Так, отлично. Ну вот и подошел наш первый. Наш первый пассажир готов отхватить от нас пиздюлей. Так, 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 тихо. Отлично. Первый готов. Так, тихо, тихо, тихо. Самое главное, чтобы не нашуметь. Я думаю, что с лука мы здесь не будем стрелять. Попробуем просто ножами пройти. Оп-оп-оп. Не заметил. На! Махмуд! Махмуд, поджигай! Двои завалили, отлично. Смотрим дальше. Че тут у нас на полочке? На полочке всякая херня. Ну что ты тут разлегся, брателло? Давай я тебя хоть в дом занесу, что ли. Все же не на земле валяться. Оп, полежи, отдохни. Кто-то сундук уже открыл без меня. Так. Пойдем на берегу этого жахнем. Он ходит, такой весь. Нихуя не замечает, думает, что все нормально. Не тут-то было. Может он с лука бомбануть? Бомбалейла. Сделать ему бомбанейла. Нет, все-таки мы постараемся прокрасться поближе к нему. Он, в принципе, не смотрит в нашу сторону. А, не, немножечко так... Мимо. Стой спокойно. И в воду. Ха-ха, красиво. Красава. Так, отлично. Проходим дальше. Кто у нас тут? Вон еще один. Так, осталось двое. Двое на пирсе. Двое на пирсинге. Такие ходят, напевают там. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И не шо, они даже не в курсе, что я тут вообще-то. А мы так на цирлочках, потихо, потихо, так, оп, 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 поц, оп, лови, а это даже не заметил, вот и все, даже не заметил, что я его жахнул, жахнул. Так, собираем пожитки, так, освобождаем, давай, мужик, развязывайся, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Ой, спасибо, спасибо, друг, ой, пожалуйста, развяжите меня тоже. Не ёбнись там, там, ты на краю стоишь, там пираньи вон плавают еще под водой, в воде. Карьерчики такие с пираньями тут. Здоровыми, жирными. Меня так не возьмёшь. Ой, какой вы молодец! Молодой человек! Молодой человек! И меня развяжите тоже! Слава богам! Я жив! Ой, как хорошо! Брат! Брат, ты выручил! Брат, молодец! Я в жизни тебя не забуду! Благодарю! Меня не возьмёшь! Ну, в общем, тут все мне говорят спасибо. Вот такое прохождение стелсом. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки. Подписываемся, кому понравилось. Смотрим дальше приключения нашего Аджая.